микрофона и рема неподалеку от дома. Эти слова из блокнота перевернули кого-то, как только нота оттока по перепонкам затронет. Я задеваю туда, куда никто не доходит. И вроде пройдено много, но только этого мало. Когда-то тронулся поезд, уже не помню начало. Товара тонны в вагонах, идет тяжелая масса. Тут очень сожжено много, что показаться на базе. Я был где мрази из грязи, ведут себя будто князи. Будто бы мы им проиграли заранее, а нас на трассе узнают. Будто бы массовый праздник, пальцем по небу касаясь, я раздвигаю пространство. Все как-то нравится, братцы, пока не трацы. И вкратце качаю рэп для оваций, в качалке здравой качаюсь. Гружу тепла своим пацам, кто до сих пор со мной рядом. А тем, кто на небесах, мы отправляем заказы. Интересно, что в Верховный суд обратились не жильцы дома, которым сосед мешал домашней дискотекой, а сам любитель музыки, которого оштрафовали за нарушение тишины. Он счел наказание несправедливым, заявив, что слушал музыку в дневное время с 17 до 21 часа. Причем его стереосистема создавала уровень шума 41 дБ, что всего на 1 единицу превышает норму, установленную законом. Идем прогоном, которым на мониторах дороги работа правильно кроет, доводим социум ноты. Погони гонят за нами, но наши кони проворнее, а мы еще поднадавим, поднапрягая кого-то. Врагами многие стали и потеряли дар речи. Вам наши треки по нервам, вы улыбались при встрече. Калечишь печень, как нечисть, не получается делать. А в речи нету надежды, на нас работает время. Меняем в рэпе подачу, отточим панчи для брачу. Биток прокачан удачей, качните это на тачку. Притопит ласточка сразу, не врача, знаю, что значит. Когда колоночки тащат, на все прибавьте без дачи. Короче, братья и сестры, настройте свой передатчик. Я небо мелом пометил, умело взявшись за дело. Качает правильный саунд, тут не бывает иначе. Со мной надежда и вера, как киловатт и по телу.